Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Кэт, Макс и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на всем. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. У него в животе штуковина, чтобы бросать монетки? Да. Есть у тебя этот рубль? Нет, тут фаст-коинцы нужны, Димас. Нет, можно рубль по животу дать ему, и оно сработается. Так, что еще есть, пацаны, что еще есть? Показывайте аниматроники. Я могу превращаться в попугая. Это классно. Это, Димас, как на FNAF 7 пролетает попугай. А кто еще есть? И все, больше никого нету? Есть. У него походняк другой. Это солдат. А я марширую на работу. Во, у него живот открывается. Димон, смотри. Это он что хочет? Яблоко взять? Это, наверное, кишки выдирает нам и засовывает их себе в живот. Офигенный, кстати. Смотри, а внутри у него механизмы. А ну стой, я знаю, как его починить. Вот так, в живот. Ногой в живот. С ноги. Не заработал. О, кстати, музыку прикольную делает, да? Да, прикольный музончик, мне нравится. Так, ну что, пацаны, вы готовы нас пугать? Подожди-ка, Димас, еще они не показали вот этого аниматроника, давайте я покажу, смотри. О, гитарист! Да, только надо стоп-сон прописать, пацаны тут музыку нам делают. Кстати, ты так ногой одной прикольно делаешь. Сейчас, секундочку, стоп-сон. Оно прекратилось уже. Ага, смотри. Чика прикольная, с маракасами в руках танцует. О, я слышу музычку, слышишь? Это ты, Димон, делаешь на гитаре? Прикол. Да, это я. Первый раз такой мод вижу. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Аппетитуса. Димон, смотри, какая картина марионетки. Она была раньше или нет? Всегда была, Димас, здесь. Я просто, видишь, была. Забыл. Карту нет, карту не обновляли, но вот аниматроников мы, ребята, завезли немножечко. Так что в следующей серии запишем с аниматрониками. Прятки, может. Пролетает попугай, нажимай на него, нажимай. А, надо нажимать? Нажимай на него, нажимай. Я нажимаю, давай поймай. Этот выбор. Поймали, поймали, давай, теперь ты нам должен... Чё, как-то странно он себя ведет. Эй, уйди! А, он же монетки просит. А, есть монетка? Давай поищем. На. Я еще не прошу монетки. На, ничего не просишь монетки? Ой, а что он делает? А, короче, он просит 5 монеток. А, я слышу. 5 коинс, говорит, надо. На тебе вот это влезет в жопу. А чё в жопу? Ты в живот же съешь. Не, Димас, это не влезает. Давай что-то поищем. Может, монетки все-таки есть какие-то? Похоже на монетки что-то. Ну, сейчас что-то найдем, Димас, сейчас что-то найдем. Кстати, мы скримеры не показывали, но потом покажем уже в процессе. А, вот, нашел фаст коинсы, смотри. Кстати, так, есть. Одну. Запихнули. Там кто-то еще ходит, я слышу. На, смотри, я ему мне так надавал. На тебе монетки. Ай, ты че его убил? Так, а это Афтон был, надо было, Димас, справа вентиляцию закрывать. Блин. Кстати, Димас, когда на монетку нажимаешь, такой звук, как в реальный, как в реальном кастом найте. Смотри, послушай. Собирай монетки. О, прикольно, чпонькс. Так, ну-ка, лови, лови его, лови, поймал. Там черепиздрика видно, что это человек. Так. О! Так, Димас, я выбираю 10 монеток. Все, мы выбрали 10 монеток. А ему что надо делать, этому Фокси? А он нам выдает либо энергию восстанавливает там на 1%, либо 10 монеток, либо какую-то музыку специальную. Опа, лефти. Закрывай. Пришел. Только лефти не с этой стороны должен приходить. Есть большой плюс в этой игре, нет энергии. О, такой звук офигенный. Кстати, я слышу, куш. Я даже слышу его, когда ты берешь. Как будто, Димас, я сорвал куш. А, лефти. У него сейчас кишки. Надо быть очень внимательным. А, закрывай. Тихо. Ой. Да я проверил, что работает. Все четко, мне нравится. О, монетки собираем. А это ты их набросал тут? Катулка. А, птица. Это самолет. Нет, это птица. Это самолет, Димас, да. Так, к нам там не ползут, Молтен Фредди. Во, Димас, там ползет аниматроник к нам. Дай проверю, я не верю тебе. Да верь, верь, смотри. Не верь, не верь. Эй, ты чё тут ползешь? Димас, давай откроем дверь и проверим. А, Димончик, нет, закрывай. Димон, бей его калиткой по голове. Надо только стрелять по ноге, чтобы он понял, надо отойти. Да, 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 да. Аниматроники по-хорошему не понимают. Так, здесь мы открываем. Димас, открывай. Ого, он прибежал и сразу убил. Ну, отвали. Вот кишки. Он кишки открывает и хочет их засунуть себе.
На, получай, засеру. Я аниматроника со спины мочу. Все, Димас, мы его убили. Я не убит. А че меня не может убить? Наверное, ты опасный. Я запрятался за шкафами, они достают. Вот они, вот они. Короче, мочканули меня жестко. Так, Димас, я пока подзакрылся. Слышишь ты, дверь-открыватель фигов. Ничего себе, ты умный. Так. Ах ты, откуда он взялся? Так лезет из всех щелей. Аниматроники нападают, что ли? Четерюга какие-то. Вон Димон стоит, вот он. А, ладно, это не он. Это он. Я его физганом взял. Ты чё ходишь тут, невидимка? О-о-о. Вот это скримачок поймался. Пойдет. Так, Димон, давай заготовимся оружкой. Давай, я уже поднял оружку. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Serious M2 играл кто-то? Здравствуйте, аниматроник. Нет, не играл. А, играл. Блин, зацепило немножко меня. Так, хорошо. Кто-то мне там говорил, что аниматроники не очень любят огонь. На, Димас, ты его прям нормально. Слышь? Сейчас, Димас, мы сожжем. Что за звук? На. Я его все сопилю! Вот офигели совсем. Вот это, на этого, Димас, не свети просто так. Блин, да я хотел сказать, что убью их, но не успел. А, это какая пока... ночь? Это какой левел? 50-й, что ли? Да, Димас, нормальный же был аниматроник. Охранники соответствуют левелу аниматроников. Ага. Диман, я им засаду устроил. Я тоже, я присел и уже наготове с блоками стрелять. Он хотел меня убить. Так, ну что, кто еще на меня нападет? Аниматроники. А я их жду. Марионетка хотела меня убить. Ну, кто еще? О, я на пути, прикольно. Серега, давай что-то новенькое. Эй, аниматроники с пистолетом. Что такое? Аниматроники, вы офигели, походу. Ого. Да. Диман, я боюсь эту базуку. Базука офигенная. Стой. А, это ты, я чуть не убил. Тихо, тихо, тихо. На! Ах ты, Кэт Максухин. Так, есть у меня гранатка одна. Димон, забрасываем. Забрасывай. Ай! Ой, это камера. Так, сейчас будет офигенная, смотрите, бомба. На! Ого, ай, блин, какой... сам себя отравил. Такой взрыв и ничего не прошло. Димас, не прошло. Бери, короче, давай. Ай, знаешь... блин, да я кинул. Я кинул гранату, давай подождем, пока она израсходуется. Короче, Димас, бери атомную бомбу и давай, начинаем. Ядерную бомбу? Конечно. Погнали. Все, делаем. Иди сюда. Штрижок. Короче, теперь они нам засаду устроили. Давай еще раз. А может им, короче, в телепорт просто накидать всякого какашка? А, Димон, что они пролетят туда? Да-да-да. О, Димон, давай проверим. Ну, пацаны, не убивайте нас. А ну, кидай голубей. Да, Димон, они пролетают. Да? Да. Они в стене остаются и потом взрываются. Они, короче, Димон, оттуда разбежались, засали нас. Обосранцы. О, давай эту гранату кинем. О! А теперь мы же не можем зайти туда. Димас, атомная бомба так пролетит. Давай попробуй. О, давай проверим. Хорошо, я готов. Давай, давай. Сейчас посмотрим. Только целься прямо в дверной проем. Прям в черную дыру, да? Да-да-да. Раз, два, три. Блин, Димон, а ядерка не пролетает. В итоге, кто погиб? Ого, вот это колбасит. Ого. Что-то жестко очень. Так, ты что, живой остался? А теперь то же самое, только в пиццерии, Димас, давай сделаем. Давай. Так, не все, понимают они. На счет три заходим с тобой и разносим просто всех аниматроников. Хорошечно, давай. Да блин, вы что делаете, негодяи? Да жесть. Димон, придется применить хитрость. Хитрую штуку-дрюку? Да. Все, разносим. На! Я успел стрельнуть.
На, я ого! Двойной ядерный взрыв, короче, сделали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!